Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Pretty, и мы с вами продолжаем играть в аниме Clicker Fight. И, ребята, я сейчас прохожу предпоследнюю локацию. У нас появилась новая локация, и сейчас мы вместе с вами на нее посмотрим. И, ребята, я могу в нее пройти. Это у нас Атака Титана. Перед просмотром, кстати, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Хочешь получить робоксы, но не знаешь где? Тогда переходи на сайт RBXCam. Здесь вы можете приобрести робоксы по очень вкусной цене. А еще у вас есть возможность выиграть их бесплатно, если вы поучаствуете в конкурсе в группе ВКонтакте или же на Дискорд-сервере. Конечно же, туда вступайте. Обязательно переходите именно по моей ссылке в закрепленном комментарии и остерегайтесь мошенников. Так, я смотрю, тут у нас целых три яйца, ребят. Давайте вот эту откроем. Давайте за 700 рублей. Подожди-ка, можно сразу три открыть, ребят. Сразу три яйца. Ничего себе. За 2000 робакс. Давайте мы пока одну откроем, ребят. Посмотрим вообще, какие характеристики. Вдруг этот питомец нам не нужен. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Вот так вот открываем. И... пэу. Кто выпал? Кто выпал? Кто выпал? 2.10p? Это что это такое? Это Микаса нам выпал, ребят. Так, подожди, давай вот так вот. Давай еще 500 миллиардов купим, ребят, за 800 робаксов тоже. И посмотрим. Ну-ка, давай-ка вот это вот сейчас откроем, ребят. Самое крутое. Так, я могу открывать сразу 3. Это что такое? Ничего себе, это не яйцо, какие-то непонятные штуки. Так, это Супер Эрен. Это Рарка нам выпала, ребят. Но нас интересует что-нибудь поинтереснее. Ну-ка, тоже. А, вот Эпик Микаса. Так, подожди-ка, а неужели Микаса точно такая же, как и в донатском, ребят? Может быть, кстати. О, легендарка, ребят. Энни. Так, ну-ка, и... не, я еще могу открывать. Я могу еще немножечко открыть. Давайте вот так. Пэм. О, еще одна легендарка. Эпик. Ну, слушайте, мне нравится. Давайте-ка посмотрим. Сейчас их всех экипируем, ребят. Так, рарки. Окей, давайте так экипируем. Жесть. Вы посмотрите. Не, смотрите, все-таки донатская Микаса намного круче, ребят. Так, тут у нас... давайте-ка посмотрим. Вот она, 65%. Жесть, жесть, ребят. Давайте мы, знаете что, сейчас... попробуем Эрена зафьюзить, потому что у меня Эрена очень много, ребят. И реально сейчас мы с вами получим даже 2 золотых Эрена, да? Так, вот так, давай, отлично, все. И реально у нас 2 Эрена, ребят, сейчас будет. Так, давайте так, экипируем самых лучших. Давай, давай, вот, 650 триллионов он дает, да? Ну окей, давайте посмотрим, как мы будем с этими пэтами теперь двигаться, да? Докуда мы сможем с вами дойти? И это очень интересно. Так, тут что у нас появилось? Так, тут у нас эксклюзивочка, конечно же. Ну, тут у меня геймпасики, ребят. Подожди-ка, я могу заюзать. Вот, я удачу мог заюзать, ребята, но я этого не сделал. Так, я могу рейнбоу, смотрите, шайни сразу сделать. Ну, слушайте, это прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Ну и давайте смотреть, ребят. Я на троечке, и пока, в принципе, проблем никаких не возникает. 141 уровень у меня. И ДПС у меня 400 почти, ребята, миллиардов. А ДПС почти 15p, ребят. Я не знаю, что такое П, реально. Смотри, как опыт у меня просто растет. Жесть, ребят. Мы на семерке, и, в принципе, пока проблем нет, да. Ну, вот здесь чуть-чуть были проблемки. Сейчас вот на начале девятки, да, ну, на конце восьмерки, ребят, будут проблемы. Вот, смотрите, бронированный. С бронированным мы справились и, в принципе, идем дальше. 151 уровень у меня, ребят, уже почти 2 триллиона дэмэджа. Так, этого тоже мы уничтожаем. Жесть, там звероподобный сейчас, смотрите. Так, давай, 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 отлично. Надо, мне кажется, ДПСика немножко, ребят, сдонатить. Давай, эх, нет, ребят, я потерял раш. Да, я потерял раш, или как он там называется, тайм. Эх, печалька, ну ладно. Давайте посмотрим, смогу ли я справиться вообще с последним боссом, ребят. Так, давайте вот так вот быстрее будем перемещаться. Ну, слушайте, прикольно. Я вроде как, ну, все равно должен до конца доходить. И вообще сейчас 154 левел прокачал, ребят, уже. Давай, давай, не тебе. Вот так вот движемся дальше, ребят. Я хочу посмотреть, смотрите, там колоссальный титан стоит. И я хочу посмотреть, справлюсь я с ним или нет, ребят, за 20 секунд. Мне кажется, что... блин, возможно, даже не справлюсь. Придется, походу, донатить, ребят, на ДПС. 155 левел, кстати, я сейчас... если я выиграю, то... не, я справлюсь, ребят. У меня сейчас будет 156 уровень, наверное. Ну-ка, давай, 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 давай. Да, 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 все, ребят, без проблем. Я даже уже не волнуюсь, все нормально. Мы с вами справляемся очень быстро, давай. Давай, отлично, ребят. Ну-ка, давайте авто убираем.
Так, и я 156-й, и сколько я нафармил? 85 миллиардов. Так, ну, давай, на 2 открытия у нас хватает. Вот так вот, и... Чё там? Две рарки, опять две рарки. Давайте, знаете что? Я хочу вот так вот взять и рискнуть. Окей, 40%. И потом мы с вами попробуем еще сделать... Да, 40% не прокатило. Давайте вот так тогда попробуем, ребят. Может быть, сейчас прокатит. Ну, 40% в принципе норм. Шансы норм. Нет, ребят, я потерял Эрона, черт. Ну, ладно, окей, давайте мы тогда с вами еще откроем вот это. Ребята, я думаю, вы поставили лайк, поэтому, ребята, давайте мы еще откроем вот это. У меня тем более сейчас удача. Ну-ка. Давай, легендарка, ребят, снова Микаса. Ну, вот теперь у меня две Микасы, да. Странно, кстати, почему, смотрите, вот две такие Микасы и вот такая Микаса. Типа, видите, да, она типа взрослая, как по анимейсе, да. И кадет, ну, окей, пусть будет так. Но почему у него вот отсюда ничего нормально не выпало? Так хотелось бы что-нибудь оттуда выбить классное. Но, ребята, не повезло, жесть, вы посмотрите. Эрон стоит с кровью тут. Уф, как это выглядит прикольно, ребят. А там что такое? А там, походу, звероподобный, ребят, реально стоит, смотрите. Звероподобный титан реально-то, ребята, там стоит. Блин, классно сделали, смотрите, ворота такие. Прям как в аниме. Это кто? Это Эрон летит, что ли? Это кто? Ну-ка, давай-ка залезем. Кто это? Это непонятно кто. Ну, видимо, просто какой-то разведчик. Так, ну окей, давайте, знаете, что проверим. Я хочу, ну я сейчас послабее немножко. Хотя нет, может быть не послабее. Давайте мы попробуем с вами вот так вот бустик. Раз бустик купить, да, сделать себе бустик. Сейчас мы с вами, ребята, прям вообще супер-пупер пройдем, мне кажется. Так, вот так, давай. А, это мани, буст. Подожди, а где этот? Тут же на дэмэдж были бусты. А где на дэмэдж бусты? Не понял, ребята. А чё, убрали что ли? Капец. Я-то думал... печалька вообще, ребят. Так, надо посмотреть вообще, я в топе есть или нет, ребят. Скорее всего, я вообще давно не играл. Меня, скорее всего, выкинули оттуда. Но вы видели... Убрали буст на дэмэдж, ребят, с дэмэджем реально прикольно было. Но сейчас его убрали, к сожалению. Ну ладно, что поделать, убрали так убрали. Будем, значит, без буста на дэмэдж. В принципе, мы сейчас немножечко, наверное, стали посильнее, ребят. Сейчас проверим. Мне кажется, сейчас я должен раштайм не терять. Прям почти до самого конца. Ладно, сейчас узнаем, я 157 левел. Тем более, кстати, уровень у нас еще возрос, да? И ну, нормально, пока нормально двигаемся. И тоже серединочку спокойно проходим и движемся дальше. Так, ну вот на боссе, ребят, да, и в прошлый раз тоже были проблемки. 158 уровень, может быть 160 даже буду, ребят, сейчас. Так, ну вот эти уже, блин, серьезные. Давай. Отлично, прошли дальше. Идем. Так, ну вот здесь, скорее всего, этого звероподобного я, наверное, не смогу уничтожить, ребят. Хотя, не знаю. Давай-ка посмотрим. Давай. Звероподобного надо уничтожать. Давай. Отлично. Здесь окей. Но нет, ребята, мне не хватает. Не хватает дэмэджа. Блин, потерял снова. Ну, я все равно финиширую. И, ну, так как у меня, ребята, еще есть буст к деньгам, то у меня сейчас награда будет больше. Я смогу открыть немножко больше яиц. Ну, новый левел, 159. Блин, уровни, конечно, прокачиваются супер быстро. Да. Ну, вот именно последняя линия, самая жесткая. О, девятая, вот конец девятый и вся десятая. Тут уже, конечно, серьезные оппоненты. И надо усиляться, ребята, конкретно. Я даже не знаю, насколько. Не знаю, может быть, мне надо иметь все легендарки. Я не знаю, например, голдовские, да, ну, шайни. Там, как часть чего-то, рейнбоу. Ну, в общем, ладно. Это мы с вами все равно узнаем. Я сейчас буду открывать яйца. Может быть, мне выпадет какой-нибудь редкий питомец. И мы с вами посмотрим и хорошенечко усилимся. Ну, остается колоссальный титан. Все, мы с ним тоже сейчас справимся легко. Все, давай, до свидания, колоссальный титан. Я буду 160 уровень, ребят. Да, блин, за одно видео столько уровней, конечно, я сделал. Блин, это круто. Черт, я сейчас не успею, что ли, я не понял. Эй, что за фигня, я не понял. Ребята, я не... чего? А почему я не смог его победить?
Что-то странно. Походу я был сильнее, да? Короче, какая-то фигня, ребят. Так, ну вот у меня эпик Микаса есть еще. Ну и сейчас мы с вами... Давай легендарку. Так, ну у меня эпики, в принципе, есть. 3-4 штуки эпика. Я могу рискнуть попробовать их сделать. Давайте мы, ребят, знаете, что сделаем? Сейчас рискнем вообще по полной. Давайте рисковать, ребят. Давайте рисковать и делать из моих пэтов супер крутых. Давай, 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 давай. Отлично, этот у меня получился. Давай теперь Энни. 40%. Мне два раза не повезло сегодня, 40%. Надеюсь, здесь повезет. И, ребята, из донатских тоже 40% я делаю. Если не делается, то все, это провал. Ребята, я пошел плакать, это провал. Я потерял всех своих крутых пэтов, плюс у меня нет донатского, ребят. И теперь моя сила просто какашечка. Ребята, это просто жесть. Ну, я, конечно, облажался. Ребят, надеюсь, вы поставили лайк этому видео. Я просто в никуда сегодня потратил дофигища рубаксов. Ладно, я реально пошел плакать. Всем, ребят, пока-пока.